те, кто воспитывает детей, те, кто внедряет определенные концепции в мировоззрение, достигают того или иного результата. Средства массовой информации не так просто показывают вам по телевизору какие-то вещи. Они показывают только потому, что это имеет определенная многоходовка разыгрывается. А новости просто так по телевизору не показывают. Я работаю на телевидении. Поэтому, если вы работаете на телевидении, то я вам советую просто разобраться вот в том, какие процессы происходят. А вообще самый простой вариант, вот, по крайней мере для вас, если у вас есть возможность читать, почитайте материалы на нашем сайте в разделе «Разная литература» о том, как сформировалось западное общество именно под влиянием рекламы. Ну, в двух словах скажу, что в 50-е годы в США начали формировать общество потребителей для того, чтобы за счет этих денег, которые в обороте, начать строить сильное государство. И реклама сделала свое дело. Здесь только проблема в том, что те люди, которые зарабатывают деньги, не думают о том, куда перевоплощаются жертвы их рекламы. То есть их не интересует духовная или кармическая составляющая, их интересует только прибыль здесь и сейчас. Так вот, друзья, к моему большому сожалению, я могу констатировать факт, что если вы получили классическое образование в нашей стране или даже не в нашей стране, если вы получили высшее образование или там два высших образования даже, вы не сможете принимать решения на основании того выбора, который будет только у вас. Вы будете принимать решение на основании большого количества информации, которая загружена в ваше сознание. Вот с этой концепцией не согласны? Вы согласны с тем, что та информация, которая будет инсталлирована в ваше подсознание, будет определять ваш выбор?